Барбарис Тунберга, оранж, торч, компактный медленнорастущий кустарник с узкопирамидальной кроной. Высотой до 1,5 метра, шириной до 0,5 метра. Листья овальные, цвет меняется в течение всего сезона. Свежая листва оранжево-красная, затем снизу вверх постепенно желтеет и осенью становится красной. Растение следует защитить от ветра и при этом посадить на солнечное место. На зиму лучше укрыть лапником или листвой. Барбарис Тунберга – это кустарники высотой 150 см. Цветет растение в месяц май-апрель. Окраска цветка белый. Летом листва зеленый, осенью листва оранжевый. В качестве места выращивания прекрасно подходит теплица, открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.